Не помешаю вашему застолью? Сюда? Куда? Лесенка? Нет, не рычите. Здрасте, меня зовут Мазл. Добро пожаловать в Night People, ночные людишки. Мошенник сбежал с 25 тысячами баксов. Полиция его преследовала. И чтобы спастись, он решил заныкаться в заброшенном здании. Вот эта голова, да не спустя нашли его тело. Но голова и денежки так и не были найдены. Главный герой этой игры решает это заброшенное строение навестить и найти бабосики. Ну чё, пошли? Денежки ждут. Чё за шум? Чё происходит, а? Найти бабосики. Это что такое мигает? Тихо, братик. Просто лампочка, все нормально здесь. Денежки 0 тысяч 25 собрать. Хорошо. Как я вошел сюда вообще? Тоже стенка. Как это? Так, тихонечко, что здесь? Та-та-та-та. Слишком темно здесь, хорошо, братик. Не ругайся. Мне повыше пойти или куда? Туда подниматься? Какой-то плакат есть или что такое? Подожди здесь. Не шали, лампочка, не бузи, стой. Тут никого нет? Спокойненько, так. Внимание, какая-то банда, шайка-лейка. Запрашивается информация о членах этой семьи, Бендер. Они живут в заброшенных местах, и только по ночам можно их увидеть. Давно известно, что они сформировали какой-то культ, называемый ночными людьми, где они практикуют каннибализм, черную магию и, конечно, сатанизм. Хорошая семья, дружная, обожаю вас. Сейчас познакомимся, походу, да? Туда не пойти получается, да? Только идти вниз. Там сейчас никто не выбежит, а? Хотя бы свет лампочки здесь есть, то хорошо. Такое спокойное место. Ничего не подергай здесь. Совсем? Дверка, никого нет? Та-та-та-та-та. Что-то валяется, что это? Что это такое? Пустите меня, соседи, покушать, а? Ну чего вы такие злые все? Кыть-кыть-кыть, нихера не отпирается. И что это валяется, а? А что такое мигает здесь? Здрасте. Какая-то сука здесь дышит, а это что? Нахер. Так, это что валяется? Это пёся или что? С головой человека? Какого хера? Пёся, ты что, прикалываешься? Какое хорошее место, слушай. Кыть-кыть-кыть, заперто, тут свет. Кого-то разделывают, нет? Может, нас? Собака на месте, да? Та-та-та, большой фонарик. Здоровенный какой, а? Тут заперто, да? Хорошо. Так, спокойненько. Тихо. Собака, сука, исчезла. Какого хера? Стой. Так, там ее нет, хорошо, хотя бы не стоит. Заперто здесь, давай до конца пойдем в это место. Что-то в этом месте есть? Тупик и все, да? Точно? Смотрите, у меня собаки. Кыть-кыть-кыть, куда идти, куда ползти? Походу подниматься в темное место, да? Или под лесенку идти? Пока бабосиков ноль. Где мои денежки, а? Так, что в этом месте? Сука, что это? Что это, где это? Подожди. А-а-а, не пугайте так. Охеренно просто. Каннибал, еще и собаки у них. Мне точно в это место идти? Тихо, пёс, не рычи. Охота началась, походу. Чё скрежет где-то, какой-то Фредди Крюгер, а по стенке. А мы в это место вышли, получается, где было темно. Хорошо, базара нет. Кто живет здесь, никого нет? Кого там, сука, разделали, а? Тихо, братик, подожди, стой. Только, походу, подниматься, и все, мы сделали просто кружочек нежный. Тю-тю-тю, никого тут нет. Ни бабосиков, ни нас. Та-та-та-та-та-та-та. Но собака это пугает, подожди. Не хочу от собаки убегать здесь. Ох, сука, нихера себе, пёся здоровый, это что такое было, мать твою? Такого не бывает, вы серьезно, да? А, хотя же говорили про черную магию. Возможно, такие собаки есть, хер его знает. Мне идти куда, собака пошла или нет? Я не знаю даже. Допустим, пока нет, тут тупик. Хорошо, только за собакой идти, прекрасно. Обожаю за собаками огромными ходить. Самое безопасное, что может быть. Тут тоже тупик. Заколочено, стой. Сейчас собака будет, нет? Как это поломать? Никак? Нужен какой-то топорик или что? На полу не валяется нихера. Зашито все, пропито. И чем это поломать? Заперто. Тут был поворот налево, мать твою. Ладно. Допустим, пойдем, откуда собака пришла. Это тоже безопасно. Тут что-то есть, стой. Ох, мать, здрасте, кушаете, да? Не помешаю вашему застолью? Сколько их тут, мать-перемать? Вот и денежки, прекрасно.
Им прям скальп посри поснимали всем. Не всем, конечно. Там никого, может, дверь закрою, нет? Какая, сука, херотень, а? Только посмотри на это. Бабосики. 10 тысяч уже, вот это успех, а? Может, я пойду уже, нет? Мне хватит, в принципе. До конца своей жизни. Тут тоже зашито все, посмотри. Сейчас будет опять скример, походу. О, там что-то есть, там тоже деньги есть. Кто бегает? Кто-то, сука, идет или кажется? О, тут это собака опять. Здрасте, пёся. Бабосики, мне не дадите, пожалуйста, я умоляю вас. Я пойду домой. Ну, будьте любезны, ну. Чем-то это можно поломать. Хорошо. Давай искать. Заперто все здесь. Там что-то красное появилось. Спокойненько. Сейчас что-то будет. Нет? Заколочено здесь. Ничего не валяется? О, боже, пёсень! Ну ты поехавшая. Тихонько, тише, слышь? Может, я почитаю, ты не против? Может, не будешь мешать, а? Брат, ну хорош, я же не могу так читать. Ты очень громкий, а? Да господи ты боже! Человека, связанного с семейством Бендер, собака, заткнись ты нахер, я ничего не слышу, подожди. Человека, связанного с семейством Бендер, арестовали. Полагаю, что он был членом культа «Ночные люди». Во время допроса были упомянуты индивидуальные события, абсурдных происшествий. Например, таких как, будто видели, что членов семейства Бендер, трансформирующихся в собак. Какого хера? Это что, семейство здесь? Бум, знакомы, хорошо. Доску не поломаешь, пёс, а? Где мне топорик найти, а? Она ж не выбежит, а, пожалуйста. Тихо. Может, пойти пониже? Он исчез, походу, а? Или нет? Пёс, а ты здесь? Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Исчез, царь, а? Там денег нет? Так, где же мне топорик найти? Чем это поломать? Бабосики взяли. Пёся. Он на месте, мразь. Только, походу, идти вниз нужно, а? Что-то мигает? Или кажется? Стой, что здесь? Это было? Опа-на, свечечки, так. Бабосики еще, серьезно. Вот это пруха. Тю-тю-тю, 20 есть. Тихонечко, так. Как последний взять меня? Где топор найти или что-нибудь такое? Ух, мать, пёся! Пёся, сука! Сука, сатанисты проклятые. Может, я домой пойду, реально? Нет? Ну, поди, если скример был здесь, значит, здесь какое-то оружие есть. Возможно, конечно. Тихо, пёся, не ругайся, тебя прошу. Тупичок, старичок. И собачий пирожок. Музыка такая напряжная здесь, а просто охереть. Семейство собачье, мать-перемать. Деньги того стоили, мне интересно. Уважаемый, инструментиков не будет подкинуть, а? Ладно, злые вы. Здрасте. Как это забрать? Будьте любезны. Может, я перепрыгну? Нельзя прыгать. Где-то либо оружие на полу, либо я что-то не вижу. Господа, ну что мне делать? Вам-то весело здесь отдыхать, зависаете, а? Пыть-пыть-пыть. Кыть-кыть-кыть. У меня есть телекинез, я знаю. Дайте денежки. Не работает. Ладно, пойду опять вниз. Раз собака была здесь. Хер его знает вообще. Под лестника ни хера нет. Вот открыто здесь, подожди, стой. А, так сверху не деньги были? А как сверху забрать, бабусики? Там же еще валяются, а? Там же что-то есть. 25, сука. Покину строенницы. Ключ в одной из комнат на втором этаже. Приди, забери его, сопляк. Начинается, мать-перемать. Где собака, походу? Значит, там был ключ, а не деньги. Спокойненько, только добраться нужно. О, охеренно просто. Отдыхаете? Кыть-кыть-кыть, не здесь. Хорошо, я пойду дальше. Пёся. Я зайду, не против? Может, вот так вот обойти, нет? Нихера, только так идти. Ладно. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Хороший пёси, хороший. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не ржи. Какая, сука, крепота. Он опять здесь? Собаки нет, тихо. Где же собака? Ее большая срака. Еще потом отсюда убегать же до низа, а? Охереть, подожди. Кыть-кыть-кыть, кыть-кыть-кыть. Надо только в это место идти, и все. Кто шумит? Тихо, нет? Тут всех съели? Нормально зависают все. Все стабильненько. Доски пропали, видишь? Тут дверь теперь обычная.
А собака в углу? Нет, никого нет. Тихо, тихо, тихо. Ключик есть. Пора бежать. Да, походу мы, сука, не сбежим. Что это? Они все вышли погулять? Нажми shift, бежать! О боже, пёся! А чё она развернула к ним? Вы что делаете, а? В смысле, это что было? Меня просто развернули, я умер. Э? Вы прикалываетесь? Ой, сердце стучит. Надо бежать. Волчары, суки. Да-да-да, можно я развернусь, пожалуйста? Э! Все, я бегу, я бегу, я бегу! Тихо! Тихо, не гавкайте, пожалуйста, нет, пожалуйста. Зашито все, подожди. Сюда? Куда? Лесенка! Нет, не рычите. А где? Их нет. А, выбежала, 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 мать-перемать. Тут зашито. Тут тоже. Нет, помогите. А куда ж бежать? Вы чё, собаки, а? Вы чё творите, сволочи? Может пойти под лестницу, я не знаю. Да не разворачивайте мою камеру, меня так убьют. Э! Бежать, 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 сука, бежать. Не туда. Тут зашито тоже все. Так, по лесенке вниз, по лесенке, по лесенке, по лесенке. И вот так вот под лесенку. Тут светик, самоцветик. Куда дальше? Сюда? Ой, зашито! Ой, собаки, что-то закрылось все, нихера себе. Они исчезли. Тут, походу, главная собака живет, да? Что-то так и стучит сердце, а? Не нравится мне это. Братик, куда мы лезем с тобой? В глубины, в пучины просто безумия, да? Только не это. О. Может, я побегу опять? Тихо, нет. Там же никого. Походу, пусто, стой. Я ни хера не вижу. Братан. Фонарик где? Слышь, пропил или что уже? Что-то, сука, впереди рычит. Стой. Походу, главная собака реально здесь. Да кто шумит? Потише, имейте совесть. Это все просто плохой сон. Алчный сон. И такое бывает. Опа-на, подсветили. Хорошо. Там никого. Пёси, ты что здесь? Здрасте. Может, это я уже? Я буду частью их семейства? Может, тебя погладить? Нет? Как хочешь. Кыть-кыть-кыть. Да, свидули? Конец! Бабосики подняли. Хорош! Да, это было атмосферненько. Пугающие собачки, а? Это было прямо хорошо. Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр и увидимся!